Всем привет. В общем, подведем итоги двухмесячного майнинга. Начало 20 января. 23 покупка второй видеокарты. Всего две видеокарты 1080. Одна гигабайт, другая ASUS. В общем, такие у нас на сегодняшний день курсы. Так, значит, одна видюшечка у нас стоит на балконе, стоит фен, ну, как там, материнка, короче, материнка, блок питания, короче, ферма одна на балконе, полностью тушка собрана, одна видеокарта стоит. Вот она у меня уже 15 тысяч шар нашла. Ну, после последней перезагрузки, не помню, когда делал. Вот такой разгон у нее. 1961 по ядру, 5500. Ну, по памяти. Выдает 37, 38, 35 и 4. Ну, 38. Ну, 37 в среднем где-то так выходит у нее. И вторая видюха стоит в компьютере. Вот в компьютере сейчас хешрейт упал, потому что идет запись экрана, а так она в среднем выдает, ну, тоже тут разгон чуть поменьше, 1809 и 5508, 113 ватт потребление в компьютере, который стоит здесь, потребление 140 на балконе. Так, ну, эта видюха в среднем у нас на 34 хэша настроена. 33, 34. Когда как она? 34, 34, 34. Ну, чтобы сильно ее не жарить. Она довольно-таки шумная. Так, значит, две видюшки работают. В принципе, проблем у них нету. Зависонов нету, все работает стабильно. Ну что ж, все ждут подсчета денег правильно. Значит, вот первый раз вывод был у нас денег 29 января. Ну, в среднем я старался около 2000. Ну, вначале я здесь майнил на NiceHash. Сейчас я последний месяц, наверное, перешел на пул Binance. Майню сразу на биржу. Все ждут подсчета денег. Поехали, значит. 1819 копеек, не буду считать. 2050, 1082, 1912. Это же самое интересное, я не считал. 20, 23. Так. Я говорю не очень громко, потому что поздно уже, спят люди, жена спит. Так, поехали. Так, 2 949 2796 1956 2303 плюс 3 4 2 6 плюс 2 2 8 1 плюс 2 2 7 3. Так, ну, эту сумму можно смотреть, это я купил эфира на 25 рублей, надеюсь, что он к лету подрастет курс с переходом на эфир 2.0. ладно, значит, что же у нас получается. 27588, это еще не вся сумма. Так, сейчас здесь еще на P2P аккаунте лежат деньги, я их еще не вывел. Так, вот у нас, вот сейчас на пуле
женат. Блин, что такое? А здесь вот на пуле уже накапало 486 рублей. Добавим сюда, давайте. Так, плюс 486. И на P2P аккаунт. Ну, на пуле у меня здесь накапливается вести. Я их сюда перекидываю на пол. Сейчас 5 рублей накопится, они не будут вводить, наверное. Ну, либо подожду, пока курс подрастет. Хотя бы до 2000. Ну, в общем, чтобы курс подрос, потом буду выводить. Так, 3. 3. 8. 4. 6. В общем, вот общая сумма за 2 месяца. Сегодня 26.03. Ну, грубо говоря, с 23 января две видеокарты работают на постоянку. В начале месяца, февраль, получается, весь на iSlash капали, работали. А сейчас месяц март на пуле Binance. Сразу на Binance идет. Вот такая сумма. Это без учета электроэнергии, ну за свет где-то 500 рублей месяц выходит. Чисто по видео. Ну, в общем, минус 1000. В общем, 30 тысяч, 31 чистая за 2 месяца. Ну, как-то так вот. Здесь все работает нормально, проблем нет. Он на балконе видюх вообще холодный. Конечно, ну, здесь что, на улице 0 градусов. 38 градусов он сейчас нагревается. Ну, в компьютере, конечно, побольше. Так, на компе у нас температура 47, ну, тоже невысокая, поэтому, в принципе, нормально. Ну, на этой, можно сказать, хорошей ноте. А, ну, получается, 30 тысяч накопилось. Можно сказать, что видюха, которую я покупал вместе с тушкой, она стоила 32 вместе с тушкой, окупилась. Ну, еще осталось купить еще одну видюху. Она мне обошлась 12 тысяч. 1080 за 12 тысяч. Да. Я покупал в декабре, продал RX 480, купил 1080 за 22, что ли. Где-то так. Ну, в общем, все. Всем счастливо. Пишите вопросы, комментарии. Будет время, отвечу. Все, всем счастливо.